Здравствуйте, дорогие. Совсем недавно, ну, именно по парочку-тройку дней назад, случилось у нас знаменательное событие, а именно первое контентное дополнение ко второму ДД. Я, ну, как бы, вообще понемногу начинал сомневаться, что это когда-нибудь случится, но нет. Все-таки мои ожидания не оправдались, и какая-то поддержка у игры будет. Чему? Нет, нет, я безусловно рад. И э, мы имеем двух новых боссов, ну как, как боссов, но я, я, я поподробнее там дальше скажу. И в этом видео мы будем обозревать первого из них, а именно хирурга. Хирург это босс, который имеет свой уникальный энкаунтер на карте. Ну понимаете, энкаунтер это точка на карте, как сундук, как лечебница, э, так и называется стол хирурга. Ближе всего эту локацию можно сравнить, э, ну, например, с Берлогой. Там тоже было две волны всяких там душных монстров, и здесь то же самое. Изначально на вас выходят э, э, просто обычные дохляки, ну, не, некоторые из них чуть-чуть подбафнутые, да, уникальные. Но это особо э, не делает погоды, а вот э, на второй волне появляется, собственно, сам хирург. Хирург, в общем-то, это точно такой же дохляк, как и все его приспешники. Единственное, что, конечно, он пожирнее, и набор способностей у него намного шире. Первое, что по долгу профессии умеет делать хирург, это подлечивать своих союзников. Да, это довольно жесткая способность. Можно даже подумать, что из-за того, что он этой способностью обладает, есть смысл его фокусить с самого начала. Но я выскажу, конечно, некоторые сомнения, <laughs> в основном за счет того, что хирург, как и большинство, наверное, ботов во втором ДД, довольно рандомно использует свои способности и, ну, не особо соображает, когда это на самом деле нужно, когда нет. И хил он, как, как правило, прожимает один раз в начале файта, а потом как будто бы забывает про эту способность. Ну, по крайней мере, это у меня сложилось такое впечатление. Я где-то 3-4 раза с ним подрался. И это действительно не самый поп популярный э, его навык. Второе, что, собственно, умеет делать хирург, это э, вносить неплохой демаж по первым двум вашим позициям с накладыванием кровотечения. Э, ну, в общем-то, довольно обычный навык. Э, непонятно, что по нему сказать. Э, да, демаж неплохой, кровотечение неприятное. Но, в общем-то, ничего сверхъестественного в этом нет. Следующий интересный навык, которым обладает хирург, это снять все плохие метки и нанести урон, соответствующий его количеству. Причем он может использовать эту способность как на э, ваших героях, так и на собственных э, союзниках. Что, конечно, очень забавно. Вот на моем фтаже он, например, добивает э, бедного деда с топором. Э, непонятно, что пытаясь э, сделать этим умом. Но это, опять же, к вопросу об искусственном интеллекте. Но, когда он использует эту способность против вас, э, я думаю, что в теории урон может быть э, разгоняться до действительно больших значений. В среднем, как мне показалось, он 6 урона за каждую плохую метку наносит, э, когда это касается ваших героев. Вот именно этот фактор, что его урон, он скалируется, может скалироваться от количества негативных меток на ваших персонажах, уже стоит учитывать, стоит по возможности как-то от этого отыгрывать, не копить большое количество негативных меток на персонажа, ну, либо быть готовым принять большой урон и оперативно отхилиться. Помимо всех ниже перечисленных способностей у хирурга, есть какая-то еще но я так и не выяснил, какая. За довольно много поединков с ним. Я нарочно там несколько забегов подряд ходил каждый раз к нему, как только там видел э, на карте этот самый стол хирурга. Но я так и не выяснил, что это за движение. Вы можете там заметить, что когда я. Навожусь на хирурга, у меня не открыта одна из его способностей. Ну, в общем-то, я не знаю, что он еще умеет, но что-то определенно умеет. Если вам удалось выяснить, отпишитесь по этому поводу. Но ну, основные самые популярные способности, которые он использует э, как можно чаще, я э, в этом ролике описал. По поводу тактики в целом, опять же, из-за того, что он хиллер, ну такой себе хиллер. Вам может показаться, что есть смысл его фокусить, но я, как уже и говорил, не вижу в этом большого смысла. Какие здесь два нюанса? У него много здоровья, значительно больше, как правило, чем у микрочелов, вместе с которыми он выходит на забив. Второй фактор, он стоит на самых невыгодных позициях для атаки. Ну, то есть, как правило, он занимает четвертую. И вы прям так много урона, все, скорее, не сможете на нем сосредоточить. Поэтому я Вижу больше смысла в том, чтобы фокусить сначала э, тех, с кем он э, Вышел на файт, фокусить его союзников. Как правило, это будут не такие уж серьезные мобы. Это те же дохляки. Ну, то есть, по сути, наверное, самые беспомощные юниты в игре. Сначала убивайте их, а потом уже начинаете всей партией фокусить самого хирурга, и будет вам счастье. Сам по себе, этот. Босс, ну а правильно сказать, этот вот энкаунтер, состоящий из двух битв, э, не такой уж и сложный, не намного сложнее той же Берлоги, а как по мне, наверное, даже и попроще, из-за того, что ну, в Берлоге все-таки мобы куда более противные и довольно много проблем могут составить, э, особенно количеством своих токенов, э, которых в этом бою совсем не так много. Ну и плавно подходим, в общем-то, к главному моменту, а чё по луту? что падает после вот этой вот довольно долгой схватки. Мне, в общем-то, не нравится лут, который падает хирурга. Вы, наверное, уже замечали вот эти специфические тринкеты, которые уже ранее были добавлены в игру, там, связанные с вот этим вот всяким садизмом, со всеми какими там врачами-палачами, то есть окровавленные фартуки там и все такое прочее. Мне все эти тринкеты кажутся довольно слабыми и уж слишком ситуативными. Также предмет трактира, который снимает плохую черту за счет 10% от максимального хп, мне, опять же, не кажется полезным. Та же берлога, с которой хирурга разумнее всего сравнивается, дает куда более полезный лут, а именно... Всякие там трофеи, которые накидывают вам больше очков мастерства для прокачки персонажей. А в ванильной игре это как бы супер важно. В то время как, э, я уже сказал, лут падающий с хирурга крайне посредственный. Таким образом, с точки зрения дизайна, с точки зрения разнообразия в игре, босс безусловно прикольный. Но с точки зрения того, целесообразно ли вообще посещать его энкаунтер, ну, на мой взгляд, далеко не всегда.